Мы продолжаем. Сегодня суд в Ростовской области продлил на полгода срок ареста украинской военнослужащей Надежде Савченко. Ее, напомню, обвиняют в соучастии в убийстве российских журналистов в Донбассе. В июне прошлого года сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин погибли в результате прицельного минометного удара по блокпосту ополченцев в поселке Металлист под Луганском. Савченко, сказано в материалах дела, корректировала огонь украинских силовиков. По данным ее адвокатов, рассмотрение дела по существу начнется 22 сентября. Своей вины Савченко не признает, ей грозит 25 лет лишения свободы.